Windows заключил. Всем привет. С вами Данурандан. Мы играем в Амнезию. Третью. Реберс. Тасси Трианон. Одинокая в пустыне. Беременная. Больная. Пытается найти ближайший город, где выжившие ее экспедиции нашли помощь. Она нашла заброшенный замок и путь к нему, но с помощью пушки послала структуру замка. Теперь она должна найти путь. Надеюсь, игра не громкая. Но я буду говорить прямо вот сюда. Надеюсь, мой микрофон не запылился. Мы остановились на том, что меня в танке замуровали. Теперь я выбраться не могу. Что дальше? Хоть на что-то влияет. Сделай вот так. I'm sorry, little one. I hope I haven't hurt you in there. God damn it. I can't carry on like this. I need to get to the doctor. A sister for Alice. Or a brother, maybe. But only if I can get home. Everything we wanted. Why now? There's nothing I can do about it. I just need to be careful. I'll get through this, Selim. I shouldn't have taken this risk. Selim, I wish you were with me. I'll try to get through this. For you. We should have turned down the job as soon as I realized. Selim, how can I do this without you? Oh. Всё, ей надоело разговаривать. Верно? Что это делает? То есть, если я вот так зажим сделаю, то по
покрутить не получится. I need to get out of here. Ничего себе, это куда мы на танке уехали? Как хорошо, что уже трутницы устарели, и теперь можно пользоваться спичками. Затушили водой, да? Если мы исследуем дальше, то мы должны строить распятие. Нужно дерево и длинный, доброй длины веревка. Я думаю, что есть пролом внизу стены. Уровень воды более высокий, и мы можем видеть свет через воду.
Вот это? Вот это? Джин. Что поменялось? А, там. Да-да, я вижу, там дверка открылась. Кто это? Вы видели, там кто-то залез в стену? Человек или джин? Джин? Да-да, я знаю. Не буду же в темноте читать. Это отличается от записей Юзема. Для новоприбывших. Они пришли за нами. Из далекого места. С ихними мыслями о завоевании. И они сделали нас с ихними рабами. Ихними слугами. Ихней добычей. Ихней едой. Это последнее слово может быть переведено как еда.
Их не истоки не ясны. Но, вероятнее всего, что здесь есть вокруг рек Нила что-то другое. Или в Персии. Блин, это звуки джина. Это звуки джина. Его пыхтение. У королевы не было короля. Слышите? Много принцев приехало навестить ее. Но ни один ее не улыбнул. А, царевна Несмеяна, да? Она была грустна, потому что хотела ребенка. Она просила ее мудрый народ помочь, но они сказали: «Зачем тебе ребенок? Мы все твои дети. У меня должен быть именно ребенок». Она сказала: «Потому что я не буду вечно королева. И кто-то должен быть королевой после меня». «Бессмыслица», — ответили мудрые люди. «Мы сварим тебе волшебное зелье, и ты будешь жить вечно. Ты будешь вечно нашей королевой». Так они и порешили. Но иногда, когда она была одинока, королева плакала, потому что она была матерью всего сущего, но этого не было достаточно. Ты ничего не понял? Ё-моё. On that day, the people thronged the byways of the city. When the doors of the tower opened, the name of their new empress rippled through the crowd before her like dye into water. Tehana, blessed Tehana. She stepped down, bareheaded and barehanded, dressed in a simple robe. And she walked amongst the people. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested 7 crystal orbs. What in the name of God? В этот день люди собрались из всего земства, когда открылась башня, имя ихней новой империи, как она окрасила воду, Тихана, да здравствуй, Тихана, она сошла вниз с голыми руками и голой головой, одетая в простую робу, и вошла к своему народу. Некоторые плакали от радости. Блин.
the people thronged the byways of the city. When the doors of the tower opened, а не империи это имя, а Empress rippled through the crowd before her like dying into water. Tehana, blessed Tehana. Невозможно. Она шла со своим народом, некоторые плакали от слез радости, некоторые от слез открытых. За ней пришла Тамаку, и остальные алхимики принесли 7 кристаллических держав. Ну, державы мы помним по первой амнезии. Азирель Гойте. Правление юго-западной частью вселенной, этого мироздания, и Хат 20-й, великий герцоги, пригласили его в день и так много в ночь. Кто был под ними, несколько слуг, пригласить их, и мы упомянули 8 вождей герцогов, которые принадлежали дню, и много, которые принадлежали ночи, потому что они важны для практик, и первые 4, которые принадлежат дню, Хат, 40 слуг под ними, и Хат, первые 4 принадлежат ночи, и последние 4 дню, 20, и последние 4 ночи, 10. Они все хорошо природные и сознательные служить. Так что это, а не день. А это был день, названный день. И это была ночь, названная ночь. И это были их имена и печати, которые следовали. Его 8 герцогов следуют этому принадлежащему дню. Алиторс печать, Карга печать, Бунелс печать, Рабас печать, Арисат печать, Ариэль печать, Куопель печать, Мулагель печать. Тень не помогает. Ребенок, что ли?
Не хочу я идти туда, где свет неестественный. Ах ты, дура, на что-то наступила. И Джин пришел. Блин, лицо Ифрита у меня перед глазами. Это, ребята, был Джин.
The darkness. It feels like I'm losing control. We need to find a way out, little one. Третья ручка что-то не дергается и ничем не помогла мне. Не туда, кстати. Я не помню, почему она сделала не то действие. Спичку зажгла. А, это спички. Все.
Так, сейчас не время проверять животик. Здесь тупик, да? Мне дали вернуться, как я понимаю. А, да? Есть догадка у меня. Да что не так с третьим рычагом?
Лезь давай по цепи. Что-то не работает. Может, череп нужен? Да не, вряд ли. Thank you.
Неспроста же там эта дыра, нет? Да что могло сломаться в этой хреновине? Нифига. Да блин.
Бочку туда тяжелый. Вряд ли. Ну, да не задевай, пожалуйста. Ё-моё. Сейчас прохождение посмотрю. Я не знаю, можно ли сделать паузу, потому что она может из-за паузы проблема у меня могут быть.
Ну, как он у него на русском языке? Мне он вылетает на русском. Во-во-во. Сейчас. Во, кажется, это то. Может, качество пониже сделать? То я жду загрузки. Да. Сейчас. Угу, он это делает. Он у него с правой стороны поднимается. Сейчас попробую. Там какая-то косая, видите, есть. Может, с этим связано. Вот. Чуть-чуть еще. Да. До конца давай. Я застопорю вот этой. Вот так. Ха, спасибо Куплинову. Без его... Его этого... видосика бы мы не разобрались сейчас. Узнал все правильные ответы. Вот что, проходил все до того, как летсплеил. Поражаюсь.
Ах ты, сукин сын. Чё это? Не зажги. Мне кажется, что если не дергать животик, то сейчас джинны придут. О! Джин. Опять убили. Час ночи. 12 минут. Что это такое? Почему не возродили в таком странном месте? Черт, да где меня вообще возродили? Привет, джин.
Блин, мне страшно, нафиг. Может, это глины от того, что я редко проверяю животик? Хоть бы он за спиной у меня был. Фух, слава богу. Здесь можно спрятаться. Что это изменило? Что это такое? А нельзя сделать, чтобы больше воды? Thank you.
Может, по черепам вскарабкаться? Вынуть затычку, чтобы вода вытекла. Не, наоборот, надо больше воды. Что-то я вообще не понимаю, что делать. Опять смотреть. Так, у меня в истории должно быть. Не, рекламу не надо. А, он в другом порядке делал. Он потом сломал эту цепочку. По-моему. Так, он тут. Ага. Ага. Он под водой ползет. А это что? У меня такого нет. А, наверное, пораньше. Ну-ка, что он предпримет, сейчас посмотрю. А! Да? Да, интересно. Ой, кодировщик перегружен. Кодировщик. Вот это могло случиться еще, если поставить на паузу. Производительность. А все, он не выздоровеет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки.